Одним из первых приобрел билеты на представление праздничной программы глава города Анатолий Пахомов. Посмотреть мэр решил оперный спектакль «В поисках царской невесты». Тот самый, с которого началась творческая жизнь театра. Его дадут в день юбилея 15 мая. Я честно хочу сказать, что я попросил самые лучшие, лучший ряд, это 10 и места, 18, 19, то есть самые. И это значит, что самый дорогой билет. Самый дорогой билет стоит 1000 рублей. В среднем билеты здесь на спектакле стоят 500 рублей. Это не так дорого, и я считаю, что нашим сочинцам это вполне доступно. Несмотря на то, что сейчас в Сочи есть сцены крупнее этого театра и с большей вместимостью, «Зимний» по-прежнему остается главной культурной площадкой Сочи. Именно здесь проходят международные музыкальные фестивали, выступают величайшие звезды оперы и балета. Многие годы именно в «Зимнем» проходят показы участников кинотавра. Так что в «Зимний» по праву считается одним из символов театральной жизни целой страны. Юбилейную программу, посвященную 80-летию «Зимнего», постановка «В поисках царской невесты» откроет 15 мая в 19:00.